Улица Радищева уже полтора месяца как должна быть ровной, со свежим покрытием и образцовой, как того и предполагает документация. Участок вошел в национальный проект «Безопасные и качественные автодороги». Тем не менее, здесь и одна-то полоса не доделана до сих пор. У подрядчика, конечно же, есть объяснение. Коммуникации расположены не на должном уровне. Если телефонный кабель должен 40 сантиметров быть минимальная глубина, то здесь вот 5-10 сантиметров, да. Мы делаем все вручную, не привлекая технику для того, чтобы не было порывов, поломок. Кругом у подрядчика работы выполняет компания из Подмосковья, все виноваты. Тем не менее, сроки сорваны, а значит, придется платить пени. В контракте заложены и пени, и штрафные санкции за просрочку, не принимаются те объемы, и не процентуются те объемы, которые мы не принимаем. Замечаний очень много. Более 100 замечаний практически по каждому объекту мы выдаем. Улица Радищева относится к магистральным. Протяженность ремонтируемого участка 727 метров. Здесь планируют заменить асфальт на новый по технологии ЩМА, отремонтировать тротуары, установить тактильную плитку перед пешеходными переходами. Общая сумма 21 миллион рублей. В процентном соотношении уже выполнение где-то на процентах где-то 80. В течение до конца той недели мы отрабатываем весь фронт работы. И касаемо тротуарной части, и, естественно, касаемо проезжей части. Полностью с съездами и заездными карманами. Идем навстречу жителям, организациям. Напомним, по национальному проекту «Безопасные качественные автомобильные дороги» в город поступило 720 миллионов рублей. На эти деньги ремонтировать взялись 26 объектов. Общая протяженность 20 километров. Из всего перечня приняты, и то с замечаниями, только два участка. На улице Жарова и улице Ярославская. На остальных подрядчики снова и снова переделывают. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иваново.